Чем занять свободную минутку? Конечно, выпить чаю. Это вкусно. А если вы хотите, чтобы это было еще и полезно, выпейте травяной чай «Вижн». Почему? Во-первых, травяной чай производит основательную очистку организма. Во-вторых, лесные травы, вобравшие в себя солнечный свет и тепло, дадут организму мощную энергетическую подпитку. Вы готовы сделать глоток здоровья? Компания «Вижн» даст вам эту возможность. Главное – выбрать время. Летом, поздней весной, когда мы чувствуем большее количество солнца и большее количество энергии, то лучше подходят те чаи, которые могут эту энергию балансировать, которые хорошо утоляют жажду, которые в какой-то мере немножечко нас расслабляют. В то время как зимой, когда есть общий недостаток энергии в силу того, что очень мало солнечных лучей, достаточно мало природных и естественных витаминов, то зимой лучше бы подошли те, которые несут некий заряд энергии. Каким же образом знакомые всем травы становятся целебными? Все дело в месте их произрастания, скажут биологи. И будут правы, ведь волшебные травы чая «Вижн» растут в чистейших лесах и полях Прибалтики. Именно там уже 300 лет их собирают поколения литовских травников для всей Европы. Легко могу себе представить, как литовские бабушки в тени дубрав в ранние утренние часы, когда только поднимается туман, собирают вот эти травы, которые действительно экологически очень чистые. Именно потому, что в этих краях нет никакого производства. Так что же делает чай «Вижн» источником здоровья? Главное – это сбор трав, утверждают чаеведы. И с ними трудно поспорить. Истинные знатоки чайного дела собирают травы для «Вижн» в соответствии со старинными календарями. Ведь если опоздать хотя бы на неделю, растения могут утратить до половины своих лечебных свойств. Не случайно фабрика «Швенчонио Вайстажелес», на которой производится чай, имеет 125-летнюю историю. Самое важное – правильно высушить травы, считают на чайной фабрике Швенчини, где производят чай «Вижн». Ведь для простого завара трав нужны несколько часов. У современного человека их иногда просто нет. Современные технологии позволяют специальным способом, обработанным травам, быстро выбросить в горячую воду все полезные вещества. А может, главное – это рецепт чая? Все травы чая «Вижн» подобраны в строгом соотношении. Они дополняют друг друга, и если их смешать, полезные свойства благодаря уникальным сочетаниям витаминов, микроэлементов и эфирных масел повышаются в несколько раз. В этом проявляется удивительная сила природы. Букет из разных трав воздействует на наш организм в несколько раз сильнее, чем каждое растение в отдельности. И рецепты этих удивительных сочетаний уже несколько столетий хранят на фабрике в городе Швенчини. Рецептура чая – очень хороший вопрос. Она, в общем, как и рецептура всех, наверное, продуктов компании, она, с одной стороны, в данном случае отвечает каким-то традиционным рецептам, да, традиционным вещам, собственно, пришедшим к нам из истории фабрики, из истории тех богатых традиций по заварке травяных чаев, по составам этих чаев, которые мы наследовали, получив это производство. В чем же волшебство чая «Вижн»? В чистых литовских лесах и полях, в умелых руках или в старинных рецептах? Для нас с вами в том, чтобы увидеть, как вода в нашей кружке становится целебной, насыщаясь солнечным ароматом трав. Этот глоток – шаг на пути к успешной и здоровой жизни. И для этого надо немного заварить чай «Вижн». Волшебство в том, что делать это надо каждый день. Если мы хотим достигнуть долгосрочного закрепленного эффекта и какой-то благоприятной для нашего здоровья привычки, если хотите, то, конечно, нужно делать это с периодичностью и с постоянством. Вы готовы приобщиться к волшебным секретам здоровья? Они откроются вам в каждом пакетике новой чайной линии компании «Вижн» – «Вижн Ти». 5 вкусов, 5 секретов здоровья на каждый день вашей жизни. Не опоздайте! Время пить чай. Чай «Вижн».